Уважаемые депутаты Народного собрания парламента Республики Абхазия, уважаемые приглашенные, обращаюсь к вам с посланием об основных направлениях деятельности исполнительной ветви власти в прошедшем году и о планах работы в 2022 году. Напомню, что я ранее не представлял послание, поскольку страна столкнулась с незнакомой нам эпидемией коронавирусной инфекции, и все наши силы были направлены на организацию противостояния болезни, хотя в новейшей истории Абхазии были случаи, когда глава государства не обращался с ежегодным посланием Народному собранию без видимых причин. Начну свое обращение с того, какие усилия были предприняты в борьбе с пандемией.